Добрый вечер. Я приветствую наших телезрителей телеканала Air Life и тех, кто смотрит нас сейчас в Facebook и в социальных сетях. Я всех приветствую на территории свободы, которая сегодня вернулась в эфир. Сегодня в моей студии находится лидер движения антимафия Сергей Макан. Добрый вечер, Добрый вечер. Спасибо, что вы приняли мое приглашение. Спасибо, что пригласили. Впервые вас, да. Макан. Я посмотрела на вашу страницу в фейсбуке, то, что вы делали в последнее время, и понятное дело, что я заметила ваш последний лайф, где вы ну, не очень лестно говорили о гражданах Республики Молдова, которые были удивлены тем, что вы в своей у себя на вашей странице в фейсбуке поставили да, флаг Украины, как поддержку угу. ситуации в Украине. Угу. Почему так? Почему такая реакция? Ваша? И как вы думаете, почему наши граждане считают, что... То, что происходит сейчас на встоке Украины, это нормально. Спасибо, что вы меня спросили, потому что если бы вы меня спросили о каких-то внутренних проблемах, я бы вам сказал, что я только что пришел от заседания Совета Безопасности России. Наверное, присутствовали на этом собрании несколько десятков миллионов человек по всему миру. Давайте объясним, я... что вы смотрели его онлайн впервые, наверное, вы решили показать открыто. Да, решили. Ну, это была постановка. Я посмотрел эту постановку, я посмотрел этот спектакль. Мне стало дурно от этого, потому что и граждане нашей страны, к сожалению, живут в этом пространстве медийном, очень отравленном пропагандой. но я, то, что я сказал в этом фильме, это было сказано так как таково больше против властей, потому что политики, к сожалению, в нашей стране не считают нужным сказать правду людям. И, конечно, правда, люди, людям приходится слушать других людей из не Республики Молдова. И я считаю, что граждане нашей страны из-за из -за, из, -за, из -за того, что политики наши популисты, потому что наши политики трусливы, наши политики говорят людям только то, что они знают, что люди воспримут, и то, что людям на ухо слышно хорошо. И наши люди живут, в принципе, в нереальном мире. А реальный, мир, а реальный мир, он сегодня в очень большой опасности. Я смотрел, я только скажу, только я закончу, угу. потому что я скажу хорошо. ваше впечатление, то, что я видел вот на эту постановку, которую я смотрел. Я смотрел на руководителей России, я понимал, что это совсем другой мир. Я понимал, что это люди, выходцы из Советского Союза. Я тоже родился в Советском Союзе. Но мне показалось, что вот 30 лет мы шли в одну сторону, и украинцы тоже, а они пошли в другую сторону. То есть это даже не советские люди. Это люди другого мира, которые не понимают реальности этого мира. Люди, которые живут... Я не знаю, как живет простой россиянин, но руководство России ⁇ это страшно. Защищать руководство России не моя задача, а это задача российских okay. журналистов. Но yeah. я хочу вернуться к нашим молдавским политикам. Вы сказали, что это было направлено против наших политиков в том числе. Да, yeah, потому что Но они не Но как же так? Я видела своими глазами, слышала своими ушами обращение президента Майя Санду, которая обратилась к молдавскому народу в ситуации которая развивалась на границе с Украиной. Это было, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе в понедельник, ровно неделю назад. Mm -hmm. И она выступила с заявлением, в котором просила молдавский народ объединиться в связи с тем, что происходит на территории соседнего дружественного нам государства. И мы должны занять все единую позицию и понимать, что э, любые угрозы миру, они опасны для всех нас, в том числе нас, проживающих в Республике Молдова. А сегодня я читала заявление господина Нику Попеску, министра внутренних дел и европейской интеграции, который сказал, что Молдова внимательно следит за событиями, которые развиваются на востоке Украины, и Республика Молдова выражает свою безоговорочную поддержку дружественному соседнему украинскому государству. В чем вот то, что два примера я привела, вы не согласны с этими позициями, или вы считаете, что этого мало? Это очень мало. Потому что если по Песку, я сегодня не слышал заявление по Песку, а если по Песку это сказал, то это он уже что-то сказал. Потому что Майя Санду ничего не сказала. Майя Санду ничего не сказала. Она и в Мюнхене ничего не сказала. То есть я как раз критиковал вот эту позицию Майя Санду. Я не знаю, откуда некоторые граждане нашего, нашей страны, в основном скажем русофилы в этой стране увидели в, в, в то, что Майя Санду сказала какую-то некую угрозу для нас, потому что она как-то им показалась, высказалась за войну. Я даже такие возгласы слышал. Ничего такого там не было сказано. Если если Попеску сказал сегодня, что мы должны быть рядом с украинским народом, то, слава богу, они что-то сказали в конце концов, потому что весь цивилизованный мир сегодня, я думаю, что рядом с украинским народом. Потому что то, что, говорят, что говорит российская пропаганда, что как бы из-за украинцев сегодня, сегодня есть граница между как бы между двумя славянскими народами, мне это не кажется. Мне кажется, что есть граница сегодня между цивилизованным миром и то, что создал режим Путина. И, конечно, в этой ситуации, руководство стороны республики Молдова должна быть более внятной когда она что-то говорит. Потому что если наши сограждане думают что будет некая война и над нами будут летать ракеты от нато к россии от России к нато и мы отсидимся здесь в некой в некой нейтральной страной, то это это нереально. 100 мы, э, 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 то есть, когда мы говорим о нейтральности этой страны, я когда слышу некоторых политиков, что даже приводят пример э, Швейцарии во Второй мировой войне, я понимаю, что мы живем в, нек в неком изображаемом мире. Мы что здесь храним? Мы что храним здесь богатство всего мира, что что мы э, что мы будем смотреть на этот на, на ракеты, которые будут летать как на фейерверк? Слава Богу, я думаю, что большой войны не будет. Но опасаться вот этого надо. Тем более, что у нас на территории нашей страны есть российская армия, есть этот склад боеприпасов, и и политики в этой стране должны быть вня, вменяемые, внятно говорить, где мы находимся, с каким миром мы идем и так далее. А я сегодня проклоняюсь, преклоняюсь перед перед выдержкой многих украинцев, которые отстаивают свою страну, свою независимость. И я даже сказал в этом фильме, что я в этот день считаю себя украинцем, я поставил украинские флаги, я считаю, что это для любого цивилизованного человека это очень важно. И для нас, как страну, тоже очень важно. И когда мне сегодня говорят о том, что «Да мы должны вести очень разумную политику, что Майя Санду должна говорить с Путиным насчет газа, то есть мы можем, мы можем получать не только дешевый газ, мы можем получить в этой обстановке э, 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 бесплатный газ, но для этого мы должны стать приднестровьем. Мы можем даже получить от, от Путина дотации для того, чтобы мы брали этот газ у России. Давайте мы вернемся к газу. Да. Сейчас я хочу все-таки дать четкую цитату от того, что сказал Нику Попеску, чтобы я не была голословной. Да. Мы приветствуем решимость украинских властей найти мирный выход из нынешнего кризиса, призываем к спокойствию и урегулированию всех разногласий путем диалога. В то же время мы подтверждаем таким образом полную поддержку территориальной целости и суверенитета Украины в международно признанных границах. Мы заняли позицию Украины. Нет? Слава Богу. Слава Богу. Мы заняли позицию не Украины, а цивилизованного мира. Слава теперь, Богу, что они еще... это сказали. А вот теперь, господин Макану, давайте еще раз вернемся к тому, что вы сказали. Вы произнесли несколько таких фраз, которые меня немножко... вот. Вы сказали, что наши люди научились делать евроремонт и даже вести себя за границей как европейцы, но не стали европейцами по сути и когда живут здесь в своих квартирах с евроремонтом, остаются не европейцами. Что вы да, имели в виду? Я имел в виду, я имею в виду тех людей, большинство наших сограждан, которые сегодня э, не могут объяснить, что они хотят от этой власти. Э, дешевый газ? Вот, ведь, Потому что вот в этой обстановке, в этой обстановке, в этой не, неспокойной международной обстановке, где э, сегодня невозможно остаться нейтральным. Сегодня надо быть либо с одной стороны, либо с другой стороны. Сегодня ни, ни, никто, э, который морально смотрит на вещи, любой человек, он не может остаться где-то э, на нейтральной полосе. Есть, есть конфронтация мировая, и мы сегодня, являясь э, э, после того, как Украина заняла эту позицию, в принципе, Украина сегодня стоит стеной перед этой агрессией, мы э, э, позади Украины мы должны о чем-то еще думать, как нам принять, какую позицию принять. Я, когда говорил об этом, я обращался, и, скажем, к нашим согражданам, к унионистам, скажем, которые, которых я вижу, и хорошо, что вы мне дали сказать вот это, даже, понимаете, то есть я видел, я видел людей, которые сегодня, которые сегодня, как бы, они европейцы, а они говорят, а если Россия нападет там, ну, нам тоже что-то выпадет, потому что в Украине есть территория Румынии, и может быть Румыния вернет свои, свои территории с Украины. Это как как в селе горит дом кого-то, и ты говоришь, а может мы оттуда еще что-то себе... Кусочек отрежем кусочек. А почему бы нам, румынам, не отрезать кусочек от Украины, потому что это территория наша, ну, скажем, румынская, да, не молдавская процентов И я к этим людям обращал, обращался. Вы не можете, я говорю моим согражданам, вы не можете, с одной стороны, говорить, что вы европейцы, что вы хотите европейскую Румынию, что вы хотите в этот Европейский Союз и в то же Время быть на этих позициях, да, говорить там, что вот в этот момент нас интересуют права Румын в Украине, и так далее. То есть, я обращался к ним, быть солидарной с украинцами сегодня против этой агрессии. И то, что если эти в конце концов высказались и, 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 сказали внятно, что мы на этой стороне, слава Богу, а это дальше надо работать и объяснять нашим людям. То есть я критикую эту власть, что они невнятно объясняют народу. То есть те, которые говорят сегодня, что Майя Санду должна встретиться с Путиным и обсудить вопрос цен на газ, это люди, которые либо не понимают, либо являются жертвами некой пропаганды, ущербной пропаганды для нас. А цена для газа важна для граждан Молдовы? Цена для газа важна для граждан Молдовы, но мы должны понимать, что любая цена имеет другую цену. Мы должны, и эта власть должна была очень четко сказать, ради чего мы платим столько за этот газ. Потому что то, что я говорил, мы можем иметь и бесплатный газ. А мы готовы получать от России бесплатный газ и, и вернуть ей все то, что они от нас хотят, что хочет вот этот режим Путина. Мне понятно сегодня, что режим Путина не может оставаться у власти в России с демократической Украиной рядом для них это вопрос жизни и смерти, потому что сколько Украина будет демократической европейской страной, страной вот эта клептократия российская, вот эти, эти, эти феудалы у власти в России, они никогда себя в уверенности не будут чувствовать. И они сегодня готовы убить этот мир, задушить этот мир ради своих капиталов, ради своих амбиций и так далее. И мне очень жаль, что много моих сограждан, либо признающих себя румынами либо признающих себя пророссийскими сегодня считают, что что здесь можно быть на другой баррикаде. В таком случае разве правительство, которое согласилось на этот контракт по газу, отказавшись даже вести переговоры о политических каких-то критериях и сказав, что мы ведем только экономические переговоры, я цитирую, я никого не защищаю, но моя позиция сейчас, да, адвокат дьявола, угу. то есть того, кого нет, я должна его в этот момент угу. представлять в этот момент разве они не защищали государство Республики Молдова, пусть даже и такими ценами? Дело в том, что власть, то есть у них не было никаких возможностей выйти из этой ситуации победителями красиво. или красиво. Дело в том, что они закладывали себе бомбу под собой еще в предвыборной кампании. Почему? Я скажу почему. Потому что тогда, когда в предвыборной кампании они рассказывали, что нас геополитика не интересует, что нас интересуют только вот эти бабушки, над которыми мы плачем, и мы хотим уничтожить всю эту мафию для того, чтобы, для того, чтобы эти бабушки, когда мы это все уничтожим, всю коррупцию, эти бабушки будут жить хорошо. То есть, когда они это говорили, они уже закладывали себе бомбу. Потому что другая власть, вот скажем, Филата власть, они тогда попали в струю. Они тогда, то есть, то есть Филат, если бы не был глупцом, и если бы не был таким хапугой, Филат бы мог много удержаться у власти, потому что тогда в Евросоюзе дали Э, порулить э, э, восточным, э, восточным э, руководителям стран Восточной Европы. И там э, Филата понимали, Филата поддерживали. А, а сегодня ситуация совсем другая. Как сегодня, другая? Нам выдают гранты на поддержку. Э, я, я вам скажу, что случилось. Как не повезло. Им повезло в предвыборной кампании, а как им не повезло после этой предвыборной кампании. Потому что Майя Санду, это... это политик э, не про э, европейский, не про российский, а она исходит из некого соглашения э, Германии и России. Того соглашения после того, что случилось с Украиной, нет. Германия вступила на путь правильный. Германия отказалась от своего энергетического эгоизма и другого эгоизма. С, сегодня часть вины из того, из того и той ситуации, в которой мы находимся, лежит на плечи германских политиков. И Майя Санду исходит из той конъюнктуры геополитической, когда Германия говорила, когда Меркель была, которая поговорила с Путиным и сказала, что вот это наш выходец, она будет слушаться, она вот в этой конъюнктуре, она вот такая, такая. То есть это все ушло. Пришел Шольц, это уже другой политик. И, и после этого кризиса, украинского кризиса, поверьте мне, мы будем жить уже немножко в другом мире. слава богу, европейцы сделали для себя... Любые изменения такого плана, как происходит сейчас, приводят к изменениям. Они не могут не берет всех последствий. И нас коснутся. Я поэтому говорю, что эта власть заложила под себя бомбу. Потому что... У них комфортная ситуация. У них свой президент. У них свой обращенный партия. У них нет. Потому нет. Они обещали людям социальные. Это сугубо левая партия Майсанду. Ее воспринимали как правую партию. Когда им, когда им э, губернатор э, национального банка говорит о том, смотрите, что вы говорите людям, потому что мы через нашу монетарную политику содержим этот лей как можем, но уже, э, уже 200 миллионов долларов мы из резерва национального банка отдали на, на эту вашу глупость с газом, и это пойдет дальше, если вы не будете заниматься экономикой. И инфляция пойдет дальше. То есть они держат этот лей монетарной политикой, некой монетарной политикой еще, еще стабильным. Но он может рухнуть, если вы, не мож, если вы не можете держать инфляцию, если вы не будете создавать, э, 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 делать экономику, продавать что-то, потому что валюта уходит и уходит. То есть я об этом говорю, что у нас власть, вот власть Майи Санду, это некомпетентная власть, люди, которые ничего не понимают, ничего не, не умеют. Ее э, выходит с какими-то флешмобами э, в парламент они не, то есть они, находясь у власти, и, у ну, них почему находится... Почему с основой? Мы там разрабатывают законопроекты, принимать. Почему сейчас они... Вы понимаете, Вы что... В виду, когда миграют, э, 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 это один из флешмобов. Это, э, а, э, это, это, э, это, это самый такой смешной. Почему это смешной? Почему когда в Европейском парламенте а, а кого они убеждали? А кого они, ребёнком, убеждали? А, а кого они убеждали? А, кого они убеждали? Показывали этом? пример другим, в том числе и они даже, работодателям. Если, если позвольте, я пошучу сейчас. Они даже не подумали о том, что в в зале находится Зинаида Гричанная, а которая, 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 в 2009 году говорила, что она будет стрелять по, по этим детям, детям, которые выходят на площадь. Даже они даже об этом не подумали, что там Зинаида Гречанная. Я не, я не вижу здесь я, я шучу. Э, нет, объясните э, мне, де... почему в Европейском парламенте можно, в итальянском <как> парламенте что можно прийти с ребенком, причем кормя... кормить его между ну, заслужим. Парлам... Ну, а в молдавском ну, парламенте нет, нельзя. Я не говорю, что нельзя. Я говорю о том, что эти люди живут какими символами. А у них, а у них уже, уже времени на, на реформ нет. Они, они э, были победителями 3-4 месяца тому назад. И тогда у них был капитал политический еще, они сейчас уже растратили капитал, и любое их действие приведет к краху. Я не говорю о том, что они потеряли всякую возможность сделать реформу в юстиции. Потому Почему? что, потому что, не имея никаких разработок, потому что они потеряли столько времени, потому что они неправильно делали, то есть они поставили еще одну бомбу Стаяноглу, и она еще эта бомба разорвется очень скоро, потому что они надавили на на прокуроров Стаяноглу арестовали Стаяноглу сегодня сняли с должности генерального прокурора, а сегодня в Генеральной прокуратуре все что все разработки Стояногла по Кражи миллиарду все дела по кражу миллиарду сегодня возвращаются обратно даже дело до мира и так далее все эти возвращаются обратно и идут против того курса который которыйстоя э, 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 и сейчас начались разборки между между разными группировками в прокуратуре и я не знаю чем это закончится вот мы перешли с тех э, с тех международных проблем на наши э, на наши э, э, проблемы э, э, которые который я не вижу, то есть эта власть, она, она во-первых, то, что я говорил, очень некомпетентная, э, морально никакая. То есть, а что они должны сделать? Отправить правительство в отставку и назначить новое правительство? Ну но у них знаю. большинство, они я, не могут. А я бы... не знаю, если они способны дальше. Вы знаете, я бы, я не знаю, можете посчитать то, что я сейчас скажу сугубо риторически, но... Я думаю, что им не остается ничего, кроме выйти и сказать, простите нас. Вот мы думали, то есть, во всяком случае, они пока преступлений каких-то громких то не сделали. То есть те, которые были вот до них, то есть президент выйти, Игорь вый... Дадон и... А я не сравниваю, я не сравниваю их с Дадоном. Нельзя сравнивать. Я не сравниваю их с Дадоном. Просто они были альтернативы. А вы посмотрели сегодняшний Люди... опрос? Если даже они выйдут и сейчас назначат досрочные коварные, выборы, посмотрели, да? Очень, да? очень коварный опрос. Ситуация какая. Очень Кто выиграет? Опрос. Тогда эти лучше будут. Если я, они не, будут я, не думаю, я не думаю такими. Кстати, я озвучу, э, э, что по-моему там э, ПАС, э, партия действия солидарности, блок коммунистов и социалистов имеет 35-36 процентов поддержки, то есть где-то на равных. И 12-13 партии Шор – это три партии, которые проходят в парламент в случае досрочных выборов. То есть понятно, какое будет большинство. Я не, я не социолог и мне очень трудно судить, потому что сейчас не предвыборная Нет, Не, компания, мы сейчас говорим не о социологии, людей. мы говорим о другом. Вот если людей, оно такое. И опрос как, как производится у нас здесь погрешности очень большие. Я не об этом говорю. Я, я, я уверен в том, что они очень много проиграли, потому что люди думали одно про них, они были совсем другие сначала. Я говорю о том. Я посчитаю риторически то, что я говорю, но ну, лучше бы они уже сегодня вышли и сказали, люди, простите нас. Во всяком случае, мы вам плохого ничего не сделали. Мы уйдем, потому что э, это, это не государственные люди. Эти люди не понимают, что их надо делать. Они, э, э, и, и везде, что бы они ни начали, любую реформу, любой закон, это все выйдет, выйдет вот так, как, как у них сегодня происходит. То есть они потеряли всякий контроль над... над, над над государством над рычагами государства они ничем руководить не могут я не говорю о том что уже происходит в, в, в районах и так далее то есть если они еще останутся у власти у нас будет очень 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 плохо тем более в этой международной обстановке и вот я поэтому и говорю что я чтобы чтобы я объяснился то есть я во- первых считаю что они сыграли очень плохо, в этой геополитической обстановке им на международной арене сыграли плохо и людям ничего не объяснили. Наши сограждане должны были знать цену, которую мы мы заплатим за за дешевый газ, за дешевый газ. Я понимаю, что у нас есть Люди в очень, в очень сложной экономике У нас стили? и без газа людей, которые за э, евразийский да, вектор, скажем так, в сторону Они Российской еще... Федерации, достаточно много. И даже опросы показывают, что их очень много, более 30%. И поэтому... Причем тут газ? Они и так хотят больше дружбы с Российской Федерацией, больше сближения. Как причем тут газ? Э, ведь э, весь этот рейтинг у этих... Я думаю, что, во-первых, он, потому что людей очень мало интересует вопрос юстиции, они очень мало понимают в этом, тем более, что люди уже махнули рукой, понятно, что никакого э, этого... Э, ну ладно, люди плохо понимают, но мы же с вами понимаем, что без реформы судебной... Да, или реформы инвестиций. Мы делают. не можем говорить об инвестициях, вы... мы не можем говорить об изменениях да, в экономике. Но вы понимаете, что так но... как идут дела, Плохотнюк очень скоро вернется в Республику Молдова. Он уже скоро. Вы понимаете, что вот вот мне рассказывал человек делегация от Демократической партии, наш один сограждан наблюдал их в Стамбуле. Они переходили через прошли через коридор, они прилетали с Кипра и летали в Молдову и он увидел их в Стамбуле. Вы откуда думаете, они прилетали с Кипра? Делегация лидеров демократической партии. Их видели в Стамбуле. Среди них не было только Плохотнюка. Я думаю, что по тому, как сегодня идут дела в республике Молдова, вот как они а кто был потеряли... в той делегации? Были, я не могу сейчас назвать фамилии, я не то, я, у меня будет список этих людей, я скажу, наверное, в своей передаче, сейчас у меня нет этого списка. Но были лидеры демократической партии, там только Плохотнюка не было. И, и, и я думаю, что вот как эти люди сегодня едут в Кипр к Плохотнюку, я думаю, что скоро Плохотнюк может может прийти в Молдову, его встретят в аэропорту, и не, никто его не арестует по, по тому, как идут сегодня дела. Потому что э, 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 те разработки, те дела, которые были начаты при Сталиноглу, они уже, те люди, которые были арестованы, им выдвинули обвинение по... По, по краже миллиарда, те люди уже подают, подают иски на прокуроров, которые вели против них дела, и у тех прокуроров, которые пристоеногли вели дела по краже миллиарду, они уже находятся под следствием. Какие это юридические реформы? Какие эти реформы? То есть я говорю о людях, которые пришли к власти и, 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 и ничего... То есть эти люди... Вы посмотрите на, на министра юстиции, на, на, на все это, как это выглядит. А что вас не устраивает, господин Литвиненко? Нет, ну не, не меня не устраивает. Люди смотрят и, и, и боятся конца света. Боятся конца света. Вот не думала, что господин Литвиненко может вызывать ассоциацию с концом света. Не только он, и Стамати, и Майя Санду, и все остальные. А вы посмотрите на премьер-министра. То есть, ну как может человек взяться за такое серьезное дело и ничего не знать, ничего не понимать? Ничего не понимать. Я не говорю об о. А, 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 потому что люди, даже люди, не понимающие ничего в этом, если он человек ответственный, он спросит, возьмет себе советников и так далее. Угу. О советниках. А господин Дарин Ричан стал советником по безопасности президента Майя Санду. Она взяла себе советника. Игорь Дадон сказал, что это человек профессиональный. Значит, раз даже Дадон не критикует этого советника, может, он действительно профессионал, и она взяла себе профессионального советника, чтобы понимать, как, что происходит. Вот только что вы говорили, что надо брать советников. Или не профессиональный, на ваш взгляд, советник? Я не, не могу судить о профессионализме Дарина Ричан. Я знаю только, что в 2013 году, году после того, как я разоблачил э, э, тех людей, которые стреляли в поду рядом Няска, и когда люди Филата вот так э, э, думали, что уже избавились от Плохотнюка моими руками, я вышел тогда и сказал премьер-министра внутренних дел Ричана, что этот человек э, в своей автобиографии вписал э, фальшивый диплом на э, мастера э, э, какого-то, э, то есть он как бы закончил мастерат по бизнес-администрации, а uh -huh. это было это фальшивый был фальшивый диплом, который он вписал себе в CV. Я не знаю, что это за профессионал, который оперирует такими фальшивыми документами. Я уже не говорю а о том, что это. А информация, что он фальшивый? Да, э, э, то есть это даже доказывать не надо. Я думаю, что он уже спрятал далеко вот этот э, этот документ, который, э, которым он. Э, он махал тогда, что он закончил бизнес администрацию, Это даже доказывать нельзя, не надо, потому что и того университета нет, где он как бы говорил это в каком-то подвале, они какие-то курсы проходили и так далее. То есть я уже не говорю о том, что он крышовал некий бизнес здесь в Республике Молдова и так далее. То есть и а вы посмотрите, а что, наверное, Нигруць тоже профессионал, тоже советник Майя Санду? анегруцы отдал с бюджета Республики Молдова 400 тысяч евро. Вот так просто за ночь. За, за это он имеет судимость. Сейчас он, он является он член консилиума, как это, обсерватории, наблюдателей да. Молдовы, Гази получает оттуда 90 по 90 тысяч в, в месяц. Он даже он посмотрел на, по своему карду и видел, что у него эти деньги пришли. То есть, куда куда мы идем? Не к концу света. Люди смотрели в телевизор, когда был Плохотнюк, и боялись Плохотнюка. Сейчас смотрят на этих и боятся конца света. Плохотнюку еще сегодня вернемся. Когда Игоря Дадона вызвали в прокуратуру давать показания по делу Энергоком, на вы написали, что это прав и ноги, да, то есть пыль в да. глаза пускает нам. Почему? Вы считаете, что это дело не доведут до суда? Или там да нет, нету никто... в республике Молдова. Это я только от Стояногла и слышал из всех прокуроров, которые говорили, что мы должны потратить наши людские и финансовые ресурсы на те дела, которые мы можем что-то в суде доказывать. У нас в Республике Молдове нет технических, людских, финансовых возможностей расследовать дела, которые, которые имели некую, то есть, я знаю, там, преступность которая случилась 13 лет тому назад я поэтому и говорю что это пыль в глаза потому что потому что вы, вы же помните как выглядела пропаганда Майи санду и Санды»? вот всех этих, я буду стараться сейчас Но не говорить Но это дело им по было не с пропагандой э... Майя Санду, это дело подготовили это эксперты Мая в энергетике. Санду. Нет, это дело пропаганды Майя Санду. Вот эти э, все э, ниты ее, вот эти ТВ-8 и так далее, которые с, с утра до ночи Нит закрыли в 10 нет, или 11 Нет, нит, я году. говорю, ТВ-8 телевидение ага. Майя Санду, которое в принципе, и работает на этом Давайте на это не будем, да, коллега. не будем, да. Э, то есть я говорю о том, какая там пропаганда вел бывший прокурор и так далее. Какая там политика ввелась. С, с утра до ночи выходили некоторые бывшие депутаты или депутаты и говорили про этот кулек, который видели они по телевизору. И вы помните, почему Стояногла снимали? Потому что он не расследует дело по тому, как Плохотнюк передал Дадону этот кулек. Да? А надо было расследовать? Давайте я скажу до конца. Надо или не надо, я не знаю. Потому что я не прокурор. А дело в том, что вся политика Майи Санду тогда и все ее, которые говорили, говорили о том, что Стояногло ничего не сделал против Дадона, потому что его надо было посадить за этот кулек, потому что все люди видели, и это вот они муссировали, 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 убрали Стояногло. Вы слышали после этого что-то про этот кулек? Пресс-конференции, новости и так далее. Про кулек все забыли, и вспомнили, что, может быть, Дадон что-то сделал 13 лет тому назад. А почему не расследуете Не этот так кулёк? было, господин Макланов. Ну как не так? А вот не так было с этим делом. Энергокома на это дело провели расследование экспертов в области энергетики, подали жалобу в прокуратуру. Прокуратура отказала от возбуждение уголовного дела. Они подали в суд на прокуратуру, получив решение суда, которое обязало я прокуратуру возбудить дело, и вот они были вынуждены выполнить решение суда. Я возвращаюсь еще раз э, к, там, к тем публичным выступлениям и к той пропаганде, которую вела вся пресса власти. Но в чем-то я, я с вами соглашусь сейчас, да. знаете, в чем? Я, я жду дела, о которых говорила ПДС, что прокуратура, в которой возглавлял Стейнога, эти дела не возбуждает. Я напомню, это дела не только о, о кульке черном, в котором да. Плохотнюк передавал деньги, это было Богамские дела, да? Да деньги. Это было дело об узурпации власти, которое тоже да. Платону... Ой, Платону я уже стояногло вменяли, что он не хочет вести это дело. То есть вот это вот громкие дела, с которыми были выиграны выборы. Спасибо. Мы ждем сейчас прокуратуру. Спасибо. Потому что прошло Пять месяцев с того момента, как убрали стоянного, я об этом уже не выходят депутаты говорить. Литвиненко об этом не говорит, Майя Санду об этом не Никто, все забыли про эти дела, а о а 13-летней давности какое-то мнимое преступление Дадона и когда Дадон идет в прокуратуру, все... ПДС не имеет к этому никакого отношения тоже. Я еще раз говорю, я знаю фамилии людей, которые подписали это прокуратуру. Ну хорошо, подписали, а вы же видите, как это муссируется по, по, в этих средствах массовой информации? Потому что свое не могут. Додону пригласили в... и все люди смотрят. Я думаю, что когда первый раз пригласили Дадона, некоторые из этих людей Так вы считаете, что ночь? если э, все-таки там есть ущерб государству? Там если... не будет никакого дела, это дело не дойдет даже до суда. Потому что я говорю еще раз, людских, финансовых и других инструментов для того, чтобы вести такое дело нет в Республике Молдовы. Хорошо. Следующий вопрос. Учитывая, что у нас была принята декларация о захваченном государстве, учитывая, что уже как бы все... А кто они признали... них вспоминает? Вы сегодня вот вспомнили. А я задаю они... вопрос, угу. можно я до конца? Учитывая угу. ситуацию, в которой сейчас находится Плохотнюк, его вроде как подали в Интерпол, да, разыскивает его. Вы попробовали бы сейчас за это время ваши взаимоотношения с плохотнюком. То есть вы проиграли, насколько я помню, ему суд, там был секестр да, на все, что да, на ваше имущество. Да, наложено. До сих пор вы не пытаетесь, не приходило вам в голову сейчас попробовать пересмотр, пересмотра суда. А я не могу суда. это сделать. Почему? Я не могу это сделать, потому что по этим делам, по моим делам, которые я э, критиковал плохотнюка, есть судебные решения уже в последней инстанции. Я не знаю после. И даже у пред... нас открывшиеся обстоятельства не могут изменить. Я спрашивал адвокатов, они говорят нет, пока пока плахотнюку не будет доказана вина и так далее, я не могу эти дела угу. вернуть и, и снять мои мусоры. То, то есть ваша декларация о доходах до сих пор представляет ноль? Да, моя декларация а доходов ее нету потому что я живу в подвешенном состоянии. А потому что? Что я, на что? На, на средства, которые я добываю, так, и, так же, как и другие граждане Республики Молдова, которых я не декларирую, потому что я не могу их декларировать, потому что в этом, в этом случае, э, и пусть займутся <laughs> прокуроры Майя Санд потому что в этом случае я должен заплатить 240 тысяч лей, который я должен всем э, Плохотнюку и остальным, я должен, но я сказал себе, я я себе сказал, что я ни одного бануться не заплачу Плохотнюку и другим. То есть вы будете ждать я и, буду и драться. надеяться, что я будет, буду драться. что будет да. приговор господину Плохотнюку, что позволит да, я буду вам... драться, да, что позволит мне сядь из под секвестру моего имущества и это дело моей жизни, я против этого борюсь и так далее, и я поэтому сегодня и так обеспокоен этой обстановкой в стране, потому что вот вы напомнили сегодня о декларации о захваченном государстве, а кто еще из журналистов, сколько спрашивает себя про эту декларацию о независимом государстве. Поэтому я и благодарю вам, что вы хоть, хоть, хоть напомнили людям о том, что есть такая декларация. Потому Хорошо, что... я попрошу сейчас еще один тогда комментарий, я, видео. Включите нам, пожалуйста. Я сын шансы для выбора в территории, которая имеет стат, которая имеет которая имеет инструмент, с помощью может с Румынией. спасибо за этот э, кусочек. Меня больше интересует даже не объединение с Румынией, а первая часть. Вы говорите о том, что вы политик, у которого нет шансов, чтобы его проголосовали. Почему, господин Макану? Столько лет вы возглавляете движение антимафия, но у вас нет шансов быть избранным. Да, потому что я людям не говорю то, что люди хотят от, от меня слышать. Я никогда не занимался никаким популизмом. Я не говорю о том, что я не хочу, чтобы меня выбирали. Я, я уверен, что если бы мою партию могли бы молдаване выбрать ситуацию, я смог бы изменить в этой стране за очень короткий период времени. Так. Я скажу как. Дело в том, что мы как страна, и это заложено в документах нашей, моей, нашей, я вот видите слова наши, как взяли, украли слова, невозможно говорить нашей партии. Надо сказать, наверное, партии просто антимафии, которую я хочу переименовать в партию Республика. Объединение или Республика Уніри. Дело в том, что э, государство это только инструмент, через которого э, сообщество людей, как мы э, э, есть и так далее, может осуществить свои э, помыслы и так далее mm -hmm. и так далее. Мы объявили эту республику первую нашу республику. Я ратую за Вторую Республику. Во Франции они живут при пятой республике. Я говорю о том, что это государство, вот в таком составе, оно уже исчерпало свой ресурс. Потому что это государство с первых же минут создания этого государства, 27 августа 2000, или 1991 года, она была создана на двух. На двух ну как сказать, на, 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 на двух фальшивых принципах. Принцип независим, то есть неделимой республики, когда республика Молдова уже была была э, э, раздроблена на, над два. Угу. Приднестровье уже до этого объявило э, свою независимость. И второе, вот этот нейтралитет, наш постоянный нейтралитет, который никто не признал. Вот это государство, оно такое и будет инвалидным страной, э, пока мы не осознаем, э, не, э, не поймем, что, что эта страна не может дальше так существовать. Потому что мы, продекларировали фальшивые вещи, которые никогда не сбудутся. То есть мы никогда не сможем быть нейтральной страной, и на нас смотрят так, смотрят сдалека и думают, эти молдаване вообще понимают, что происходит в этом мире? Какая нейтральность в этой обстановке, вот в этой мировой обстановке? Э, какая нейтральность? Нейтральность гарантировали тем государствам, которые имели интерес к этим государствам. Вот Швейцария, она нейтральное государство. Вот это нейтральное государство. А мы какое нейтральное государство можем быть в этой обстановке? А что мы должны сделать? Мы должны отказаться от этого, нейтральной, от этого И нейтралитета. Пойти в какой-нибудь военный блок? Конечно. В какой? В НАТО. А когда? Сколько лет нам тем в нашем более, что, развития тем более, надо, что, чтобы достигнуть... Тем более, тем более что, что э, щит, натовский щит сейчас висит над Республикой Молдовы. Потому что те ракеты, которые сегодня э, находятся в горах в Румынии, они перехватывают другие, то есть, ракеты, которые летят на сторону НАТО, Румынии и так далее, перехватывают за 400 километров. То есть у нас уже есть этот щит НАТО. При у этом нас с вами у нас осталось две минуты, поэтому я хочу, чтобы мы с вами по поводу республики, значит, НАТО, что еще входит в это? Мы должны объявить другую республику. Пока да. мы не объявим другую республику. Как, в, чем в территориях... она будет отличаться от нынешней? Кроме, э... кроме того, что вы предлагаете убрать статус нейтралитета. Нет, что еще? Э, самое главное, вторая республика будет декларирована в тех территориях, которые мы сегодня контролируем. Без Приднестровья. И Приднестровье мы будем со временем ее интегрировать в, в Евросоюз, как эти люди поймут, что им невозможно то есть дальше а жить принципы в этой... А существования властей, президент, парламент, правительство, судебная инстанция, все остается таким же? Конечно, это правовое государство. Мы строили это правовое государство 30 лет. Я говорю о том, что Вторая Республика должна провозглашаться в тех территориях, и это произойдет, кстати, и на Украине после признания России ну, вы вот сейчас этих говорите территорий, мы сегодня мы мы на на часть территории Республики Молдова находится оккуп, оккупационная армия. Оккупационная вот армия России, Я так же понимаю. как в Украине находится сегодня оккупационная армия в территориях Донецка, э, Луганска и в, и в Крым. Вот эти территории, на которых находится оккупационная российская армия, не могут э, сегодня нам позволить. Сделать евроинтеграцию. Я предлагаю, чтобы мы вошли в состав Евросоюза и Румынии без этих территорий, которые мы сегодня реально не можем контролировать, потому что они находятся под оккупацией Российской Федерации. У нас осталось 30 секунд, поэтому очень короткий вопрос. Вы критиковали партию действия солидарности, говорили, что у них нет и умных советников, и нет кадров для того, чтобы правильно управлять страной. Но при этом вы говорите, что если бы вы выиграли выборы, вы бы сразу смогли изменить ситуацию в стране. У вас есть советники, кадры для большой фракции, для президента, для правительства? У вас есть весь этот кадровый состав в антимахии? У меня есть, у меня есть э, идея, очень хорошая идея, идея, которую я могу продвигать э, э, всем миром. То есть э, я бы руководил страной всем народом. То есть э, Майя Санду не общается со своим народом. Я уверен, что, э, что этот народ не глупее, не хуже других народов, э, а с ним надо говорить, общаться, говорить. Я всегда, когда вот в моем классе, в студенческие годы и так далее, я считал себя лидером, потому что я был во главе, и люди шли за мной, потому что верили мне. Люди должны а верить политикам. голосование — это показание лидера или нет? Я не знаю, о чем вы спрашиваете, потому что я никогда не думал о том. Как как лучше говорить людям, чтобы за меня проголосовали? Я знаю, что в другой обстановке может случиться в один момент, что люди изменят в один момент свое свое видение. Был такой политик, я себя с ним не сравниваю. Был Черчилл, который стал был ненавистным всему да, народу, он... а за ночь стал лидером нации. Спасибо вам за сегодняшнее спасибо. Ответы. Да. Э, нашим телезрителям я прощаюсь на три минуты. Во второй части программы мы возвращаемся. После рекламы будет в студии э, Дина Плангова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.